never gets my mind right. Like two ships crashing in the night. In the night, in the night, where the same things were relayed. Of the wind in my eyes, a different way. Different way from where I'm going. Oh, it's you again. And listen, this is a new reunion again. So sorry if I turn my head. Oh, this time you'll tell me your face. But this all that you play say. Все, что ли? А мы только привыкли к вам. Супер, ребят, доброе утро, просыпаемся. Четверг, 29 сентября, октября еще. Пока вчера чуть ли не сказал декабря. Так, а сегодня просыпаетесь вы в компании с Татьяной Кузнецовой. И с Ильей Порошиным. Доброе утро всем. И отличное музыкальное настроение с самого утра нам дарит чудесный Q-Band. Now I'm right where I wanna be. I'm on the road, back to the end of my knees. Back to the place where I can breathe. But it just feels better. You trick bitch, it'll be like a queen. But I don't feel like the reality. By things I finally grew to see. You're forever, I'm thinking never. I took a wind into the ocean. I'm feeling better, feeling better, feeling better now. I want you to sit up and I'm fighting. I'm feeling better, feeling better, feeling better now. I say сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой возвращаемся к нам в студию. Все правильно, просыпайтесь. И давайте мы сейчас не будем вам давать какой-то информации, потому что сейчас лучше всего начать этот день и это утро с музыки. Да? Согласны? Поехали. Salut les mondes dans les pages, le cœur dans la cage. Les semaines m'ont semblé un art. Il s'assied tout à côté de moi, ma peau commence à brûler. Et je cache mes joues rouges. Ses yeux s'allument, j'ai fait la fière. Devant tous ses copains. D'un ennui blanche dans ses bras, d'une nuit blanche dans ses bras. Il fait de moi un gaz. Je m'en perds tout son sourire. Il fait de moi et va. Je me vois dans son cœur. La 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 la. La chaîne commence à se vider. Je suis paralysée. Je ne regarde pas. Il m'en met la main sur la joue. Mon visage est tout chaud. Et ma bouche est excitée. Ses yeux s'allument. Je fonds un tour. Je me sens si chanceuse. Mes lèvres tremblent, souvenirs d'une nuit blanche dans ses bras, d'une nuit blanche dans ses bras.
C'est magnifique, merci beaucoup. Ну, прям французский флёр пошел такой. Франция, Париж. И нет, мы в Екатеринбурге. Я прекрасную атмосферу нам создает чудесный Q-Band сегодня. Это очень приятно так начинать свое утро, мне кажется. Итак, сейчас бы подбросили пару грошей музыкантам, которые бы здесь раскинули вот эти свои чехлы. Но мы с вами опять-таки в России, поэтому мы бы, наверное, пару рублей-то и оставили. Доброе утро, Екатеринбург! Мы рады приветствовать всех, кто просыпается вместе с нами в студии «Утреннего экспресса» Илья Порошин. Татьяна Кузнецова. И музыкальное настроение сегодняшнего утра нам создает прекрасная группа Q-Band. И прямо сейчас вам музыкальное слово. Неожиданно и резко все вот закончилось, внезапно так. Группа Q-Band, которая вот может разжигать так максимально вкус и интерес. И все. И не успели потанцевать даже. Ладно, да? Ну хорошо, договорились. За нами не заржавеет, как говорится. Но давайте мы пообщаемся с основателем группы. Да. Владимир, сидите, Владимир. Хорошо, я буду я сидеть. Вас вижу, конечно. Да, итак, отлично. Владимир Елизаров. Прошу любить и жаловать. Ну и Светлана Куприна. Доброе утро, солистка. Доброе утро. Владимир, давайте сперва с вами пообщаемся. Давайте, может быть, все равно как-нибудь так. Да, да нет, это телевидение. Это телевидение, думаю, что, да, конечно. Легко, тут, да. Тут мы делаем все сами. Владимир, ну каково вам вот в этом молодом-то коллективе? Ну, я не знаю, я... Божественно, я божественно, да, я действительно сказочно. Мне очень-очень нравится, поэтому я с удовольствием вот во все мероприятия, какие только могут быть, вообще просто мыслимые, я включаюсь, с удовольствием принимаю участие. Мало того, мне кажется, что мы как-то так слились уже. Расскажите немножко про историю создания группы, как это так все образовалось? Ну, вы знаете, на самом деле достаточно все-таки это просто. Во всем мире существует две категории. То есть существуют, ну, вокалисты и есть инструменталисты. Но если говорить честно, то каждому вокалисту, вокалистке необходим все равно инструментальный состав. Угу. А каждому инструменталистам или группе необходим вокалист. И вот когда вот это происходит слияние, ну, друг друга находят, я думаю, что всегда, ну, происходит какой-то креатив, творчество и продолжение музыкальной какой-то деятельности. Я думаю, что... Но вы эстрадная группа или вы джазовая группа? А понимаете, у нас много программ, поэтому так. Это, то есть, не одна. То есть, если вот, судя по сегодняшнему эфиру, можно понять, что... Вы больше эстрадники. Нас... Нет, это как бы не эстрадная музыка. Здесь элементы есть и поп-культуры, есть элементы джазовой, есть импровизации, есть элементы фанка. Ну, то есть, есть много различных пластов. А здесь все профессионалы? Да, это выпускники без рекламы, да, нашего музыкального училища, да. Чайковского, да. Вот, да. Действительно, одно училище Чайковского без рекламы. Так, никакой рекламы, да. Да-да-да. Как вот проходил этот кастинг? Вы сами находили звездочек этих, либо они приходили, говорили, возьмите нас, пожалуйста. Вы знаете, на самом деле еще даже проще, да. Вот девчонки, которые сегодня выступают... Они являются, ну, честно говоря, моими студентками, да? Но они, да, это раз, да, это раз, ну, да.
Первое. Так как были мысли создать действительно коллектив для того, чтобы можно было продолжить какую-то творческую деятельность и дальше, после выпуска и так далее, то возникла мысль каким-то образом найти музыкантов, которым интересны такие же музыкальные действия, ну, то есть пласты музыки, которые могли бы потом в конечном итоге привести к более концертным, ну, я думаю, что продолжительным действиям, да. И получилось так, что Света пригласила ребят, музыкантов группы Seven Note, вот это те, кто музыканты сейчас, я могу перечислить, Иван Сидоркин. Да. Нет, ошибочка, Иван Сидоркин не состоит в этом коллективе, на секунду. Выйди, пожалуйста. Все, выходите. Да. Нет, я представляю Seven просто... Note коллектив, да, к вам придет. Скоро. А мы, знаете ли, серьезная программа, абы кого не берем, мы слушаем, любим, да, потом и не отпускаем. Света, тогда представь. Светлана, прошу. Представьте свою группу, коллектив. Хорошо, без проблем. Сергей Чернышов, гитара. Анастасия Шпилева, клавиши. Так. Анастасия Бова, ударный. Иван Сидоркин, бас и контрабас. Ага. Владимир Петрович Елизаров. Это и какие-то идеи, это какие-то помощь. Как себе и это многие идеи для развития и продвижения нашего коллектива. Это идеи для концертов, это идеи для всех программ. Это прекрасный пианист, гитарист, вокалист. Бэк-вокалист и две замечательные солистки, которые тоже участвуют в нашем коллективе. Это Соня Глинина и Анастасия Сенникова. Замечательно. Так, смотрите, вы говорите о том, что есть разные программы, концерт. Где вы в основном выступаете-то? Ну, сейчас вот за последнее время, ну, знаете, сейчас ведь время такое сложное. Артистам и актерам вообще всем очень сложно, потому что публика, ну, невозможно ее собрать. Нет сейчас возможности такой. Ну, вот за последнее время удалось выступить только на «Ночи музыки» коллективу. И 4 октября это была джазовая программа двухчасовая, «Вейвер джаз» была сольная программа. Светлана пела, там искрометные импровизации были и так далее. То есть она была вся джазовая. Это было 4 октября. Вот последние только два выступления могу перечислить вам. Следующее это у вас. Супер, замечательно. У нас остается последние полминутки. И так как вы заговорили за джаз, джаз он облагораживает. Это интеллектуальная музыка. Мы для вас приготовили такое вот, скажем так, задание. Мы взяли тексты самых знаменитых популярных российских песен. Тут вытягивай любую, облагородь ее. Давай, сделай это уже прямо сейчас. Вытягиваешь, смотришь на текст и в джазовом формате тебе нужно ее исполнить. Раз, два, три, бери. А можно помощью друзей пользоваться? Естественно, конечно. Как здорово, я надеюсь, мне повезет. Итак. Ой, какой кошмар. Что делать? Так, давай, что там? Поверни, пожалуйста. Озвучьте, да, пожалуйста, всем. Монеточка каждый раз. Монеточка каждый раз. Недавно она тут блистала у Юрия Дудя. Теперь в вашем исполнении. Прошу, как хотите, так и начинайте. Но начинать уже нужно прямо сейчас. Блюз. Если б не платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы вам жевала возле трасс. Я бы стала самой бедной из людей. Да-да-да-да. Если б мне платили каждый раз. Каждый раз, когда я живала возле трасс, я бы стала самой, самой бедной из людей. Нет,
Леночка, если бы мне платили каждый раз в исполнении группы Q, оставь себе. Пускай это будет частью вашей программы. Нет, возьмите за правило. Итак, спасибо вам огромное. В конце часа мы еще обязательно с вами встретимся, споем Моргенштерн, там где-то был. Шучу, естественно. Так вот, сейчас мы с вами поговорим про проявление чувств. Вот получилось сейчас ребятами проявить, но не все. Очень душевно сейчас получилось, самое главное, как и наши рубрики «По душам». Ну и в качестве музыкального подарка сейчас заиграет группа QR Band. Ну а с вами... Q-Band, что ж ты с вами их хочешь QR-ом это сделать? Q-Band. В общем, Порошин Илья, который путает название. Татьяна Кузнецова, которая прекрасна. Помнит название пока еще. Которая помнит название. Группа Q-Band. У меня получилось, вам слово. Everybody gonna shine. I whisper like he's not even gonna.